Программа создана при поддержке ООО ПМК «Биробиджан-Водстрой». Захарова Оксана Вячеславовна, директор Центра образования имени полного кавалера ордена Славы Пеллера, учитель русского языка и литературы. Закончила в 2003 году Хабаровский государственный педагогический университет. В 2020 году закончила аспирантуру. Педагогический стаж 17 лет. Какая ситуация или главная мысль привела к тому, что вы стали учителем? Ну, я думаю, такие мысли возникают еще в период становления моего самого взросления, когда я учила, воспитывала своего брата, который меня младше на 11 лет. И, конечно, он был очень послушный ученик, и поэтому мне это очень нравилось. И мне всегда хотелось стать взрослой, самостоятельной. Поэтому я в 15 лет забрала документы из школы и поступила в Биробиджанское педагогическое училище. И я считаю, что с этого момента началась моя счастливая учительская судьба. Что самое сложное в работе учителя, на ваш взгляд? Всегда в работе самое сложное – это уметь принять те вызовы, которые ставит перед тобой общество, перестроиться в нужный момент, переключиться, найти в себе желание и силы творить, расти детей. И сложно с ними расставаться, когда они вырастают. Ты вложил в них душу, часть своей собственной судьбы, и вот они покидают родные пенаты. Но потом проходит время, и ты смотришь на то, как они взрослеют, находят свой путь, и вот эти все печали становятся для тебя радостью. И ты понимаешь, что ты это делаешь не просто так, это твоя тоже жизнь, судьба. Что самое интересное для вас в этой работе? Самое интересное – это как раз-таки вот эти моменты взросления моих учеников, моменты, когда я открываю в них что-то новое, постоянно учусь, саморазвиваюсь, стараюсь быть интересна прежде всего самой себе, своим коллегам и открываю какие-то новые горизонты. И я считаю, что это очень важно – самому не успокаиваться на достигнутом, а всегда вспоминать, что все мы родом из детства, и находить вот какой-то такой для себя резерв, ресурс. Какой самый печальный эпизод вы можете назвать в вашей работе? Самый печальный эпизод – это когда между учеником и учителем выстраивается какая-то стена непонимания или даже среди родителей. И вот ты потом очень долго об этом думаешь, переживаешь. И думаешь, ну почему тебе где-то не хватило чуточки терпения, чуточки какой-то, может быть, твоей доброты, улыбки, и не было бы этой конфликтной ситуации. Ты очень долго переживаешь, думаешь об этом, но потом все равно, опять же, находишь в этом мудрость, становление свое и понимаешь, что это тоже часть жизни. Какой самый смешной эпизод вы можете назвать в вашей работе? Я хотела рассказать эпизод, очень долго думала, но вообще учитель – это не только профессия, а образ жизни. И ты даже, выходя за школу, уже забываешь, что ты учитель, а люди тебя все равно продолжают воспринимать учителем. И в какой-то момент, где ты совершенно не ожидаешь увидеть, кто-то вдруг тебе кто-то скажет: «Здравствуйте, Оксана Вячеславовна!» И ты такой: «Упс!» Какое главное послание вы хотели бы сказать вашим ученикам? Ученики дорогие, берегите своих учителей, цените их, уважайте, потому что даже если они порой, бывает, вам кажется, проявляют чрезмерную какую-то требовательность, строгость, каждый из них прежде всего проявляет любовь, неравнодушие к тому, что происходит с вами. И в этом вот маленьком секрете заложена вся человеческая жизнь. А их родителям? Родителям я хочу сказать, что вот сама являюсь мамой выпускницы, вот буквально моя девочка закончила школу и сейчас далеко от меня, и я думаю, почему я не ценила эти моменты ее школьной жизни, мало участвовала где-то. Мне всегда говорили: снимите погоны, будьте просто мамой. А мне всегда казалось, что нужно сделать еще что-то, еще и еще. А вот теперь проходит время, и я отматываю назад и хочу сказать: родители, наши дети так быстро взрослеют, и так хочется, чтобы вот вы не думали, кто из нас прав, а наоборот, искали возможность сблизиться, чтобы между нами были не стены, а легкие такие ажурные мосты, которые мы легко преодолевали. Ну и, конечно же, уважаемым коллегам. Коллеги, дорогие мои, я хочу нам всем пожелать прежде всего здоровья, потому что это как никогда очень актуально. Хочу пожелать нам учительского счастья, личного,
семейного, потому что те, кто рядом с нами, мы черпаем невероятный источник вдохновения, радости, смысла жизни. Ну, еще, конечно, просто любить. Любить свою профессию, любить своих детей, учеников, родителей и находить для себя всегда какую-то радость в том, что ты делаешь, радость от своего труда.